Отрадно, что сретенский бал в Ахтубинске становится уже традицией. Эстетика, красота и зрелищность всегда привлекает внимание и является хорошим примером для подражания. Иерей Георгий отметил, что, глядя на нежных и грациозных барышень и их статных кавалеров, никак нельзя себе представить, что они могут использовать ненормативную лексику и курить. Совсем наоборот, рисуются картинки романтических отношений и одухотворенности, что присуще только чувственным натурам. Сретенский бал в Ахтубинске проводится третий год подряд, и уже с уверенностью можно сказать, что проект оказался удачным. В этом году к нему присоединились танцоры из Знаменска и Астрахани. Хореограф Татьяна Алимова с улыбкой говорит, что следующее воскресенье будет первым выходным днем за последние два месяца. Все это время шла подготовка к балу, и надо сказать, что работа проделана титаническая. Юноши и девушки двигались легко, были пластичны и очень музыкальны. Особенно это зрители почувствовали, когда их пригласили на танец. Такой ход стал неожиданностью и сделал мероприятие еще более запоминающимся. Еще вместе со зрителями танцоры играли фанты и ручеек. Но главным сюрпризом сретенского бала стал выбор короля и королевы из числа участников. Еще в начале мероприятия всем зрителям раздали по две карточки. На синей они должны были указать номер, под которым выступал понравившийся юноша, а на розовый – номер самой грациозной партнерши. Интрига сохранялась до конца бала. И вот он, момент истины. Королем бала назван Артем Прокудин, а королевой стала Мария Гундарева. Девушка, кстати, считает, что за два последних месяца жизнь ее стала другой, более насыщенной и интересной. Почти два месяца мы занимались, репетировали эти танцы, было очень сложно, ужасно сложно на самом деле. И то, что сейчас все так красиво и легко казалось, это было вообще на самом деле не так. Победа ожидаема, но хотя бы надежда была? Вообще нет, вообще серьезно. У меня до сих пор немножечко голос дрожит, потому что я не ожидала. Сегодня все достаточно хорошо танцевали, так что победителем мог стать любой. Мне кажется, это уже больше случайность. Нам повезло немножко больше. Ну, все-таки приятное случайность. Да, конечно, это всегда приятно быть в чем-то лучшем. Тем, кто будет участниками сретенского бала в следующем году, королева Мария Гундарева желает терпения и трудолюбия. А король Артем Прокудин советует юношам избавиться от стеснения, что поможет легко двигаться и непринужденно общаться с девушками. Совет хорош, потому что исходит от человека бывалого. Артем имеет опыт занятий бальными танцами. Одно слово – король бала. –